Мы продолжаем серию репортажей о трагедии в селе Михайловское, где в мае 2020 года были убиты трое мужчин. Подсудимый Александр Забенков, до последнего уверявший, что не хотел убивать, а лишь защищал свою семью, маленькую дочь и жену, признался, был готов даже к пожизненному лишению свободы. Напомним, гособвинение просило суд назначить Забенкову 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вердикт судьи многих поверг в шок. Не от суровости наказания, а от признания Забенкова невиновным. Нет состава преступления. Была необходимая самооборона. Большинство из тех, кто следил за процессом, с облегчением вздохнули. Справедливость восторжествовала. Я думаю, что все доказательства по делу, которые были собраны и исследованы в ходе судебного процесса, позволили бы и другому составу суда прийти к такому выводу, к которому пришли и мы. В эксклюзивном интервью патрульной службе Борис Самуилович признался, за более чем четверть века его работы в системе правосудия Тверской области подобных приговоров по такой статье Уголовного кодекса не было. Хотя случаи оправдательного вердикта за необходимую самооборону в России есть, пусть и не так много. Что же касается вопроса о знании законодательства о необходимой обороне, то, к сожалению, должен констатировать, что не только обычные граждане, но зачастую и сотрудники правоохранительных органов слабо владеют этим вопросом. И, в частности, теми подтверждением этого, наверное, служит и данный процесс. Потому что в обвинении, которое предъявлялось Забенкову, имелись ссылки, которые прямо противоречат закону. Ну, например, утверждалось, что он и другие лица, которые находились на придомовой территории, включая двух малолетних детей, не были ограничены в передвижении и могли избежать конфликта, который произошел, а вернее того нападения, которое имело место со стороны погибших. Но законодательство четко предусматривает, что право на необходимую оборону нашего гражданина России, да и любого человека, который этим правом располагает, ни в коей мере не зависит от того, что он может избежать этого нападения. Иными словами, человек не должен убегать, когда на него нападают. Он имеет право остаться и оказать сопротивление. Это первое. Второй момент. У нас путают понятие необходимой обороны от общественно опасного посягательства и понятие необходимой обороны вообще. Здесь речь идет о том, что если посягательство является общественно опасным, направлено на жизнь или на здоровье другого человека, то в этой ситуации человек может, оказывая сопротивление, причинить любой вред посягающему лицу. Это тоже в данном случае учтено не было. Ну и, наверное, важным будет то, что в данном случае, несмотря на то, что, как указано было в обвинении, нападавшие не причинили существенного вреда здоровью тех, кто, как и Забенков, находился на участке возле его дома, тем не менее характер этого насилия, тем не менее, действия, которые они совершали, создавали реальную опасность и угрозу для жизни. И если бы Забенков не пресек эти действия тем способом, который установил суд, то неизвестно, каким последствиям привели бы действия нападавших. Было установлено, в частности, что по меньшей мере двое из них были вооружены палками. Было установлено, что за короткий промежуток времени, в течение примерно 2 минут, нападавшие причинили значительное количество телесных повреждений, нанесли значительное количество ударов палками, ногами одному из двух мужчин, находившихся на участке. Они имели значительное численное преимущество, 4 фактически против 2. Тут же были дети и тут же были женщины, которые пытались их остановить, но их это не останавливало. Более того, одной из женщин были тоже нанесены удары палками, причинены телесные повреждения. В
вторая тоже пострадала, когда они врывались на участок. Все это создавало объективную, скажем так, картину происшедшего и, скажем так, давало основание Забенкову считать, что в том случае, если он сопротивление не окажет, то, соответственно, пострадает его жена, жена его товарища, товарищ, которого, в принципе, уже они посчитали, и он, и девушки, которые там были, посчитали мертвым, потому что, ну, действительно, на месте было обильное количество следов крови, крови, которая именно принадлежала тому человеку, которого сбили с ног, наносили удары палкой и ногами по телу, по голове, ну, и так далее. Каждый из нас должен знать, в случае посягательства на нашу жизнь и жизнь близких, закон на нашей стороне. В законе все есть. Более того, есть постановление Пленума Верховного Суда, посвященное необходимой обороне, в котором тоже достаточно детально все это прописано, и которое, скажем так, было имплементировано в приговор, потому что, высказывая свои правовые позиции, суд ссылался и на те разъяснения, которые давались Верховным судом. Причем я, наверное, должен отметить и то, что, в общем-то, все это общедоступно. И закон, и постановление пленума. Все находится в открытых источниках, все можно прочитать, со всем можно ознакомиться. Мы помним, незнание закона не освобождает от ответственности. Если бы те, кто ворвался в мае 2020-го в дом Забенкова, знали о последствиях своих действий, то никогда бы не вошли в эту распахнутую для друзей калитку. Они не знали или не хотели знать. Возможно, были уверены, сила решит все. Вышло по-другому и обернулось трагедией. Хочется верить, что случай в Михайловском убережет другие жизни и станет горьким уроком для тех, кто посягает на нашу жизнь и собственность. Может быть, надеюсь, что так и будет. Ну, по крайней мере, если кто-то на этом примере научится и поймет, что... нападая или посягая на кого-то, можно получить достойный отпор, может быть, это остановит от подобных вещей. Напомним, решение Тверского областного суда в законную силу не вступило. Мы продолжим тему в других выпусках патрульной службы, а Борис Райкис станет участником программы «Тема дня». Следите за анонсами.